Огромная бабочка. Размах ее крыльев составляет 50 миллиметров. Очень широко распространенный и часто встречающийся вид. От середины до основания передние крылья темно-бурые. У основания чуть светлее. На второй трети крыла расположена беловатая волнистая линия. Далее к внешнему краю крыло светло-серо-бурое. Отчетливо видно кольцевидное пятно со светлой каймой. Задние крылья рыжие, у переднего края серо-бурые. Усики нитевидные. Вид широко распространен по всей умеренной Евразии, от тайги на севере до гор Передней и Средней Азии на юге. Бабочки летают с июня по октябрь в различных лесах, кустарниковых степях, населенных пунктах. Гусениц легко узнать по желтоватому выступу на 11-м сегменте. Могут развиваться на многих лиственных деревьях и кустарниках. Живет на берючине, лещине, терновнике, тополе и дубе. Куколка темная, красно-бурая. Зимуют яйца.